Это лишь небольшая мастерская. В настоящее время прикладник работает с железом, превращая металл в настоящее произведение искусства. Техника у Рустема Шарипова также разнообразна. На изготовление доспехов одного батыра мастер потратил полгода. Со школьного возраста я учился рисовать, делать различные изделия из дерева и металла. Расплавлял свинец и заливал его форму. Много изделий мною сделано из дерева. После окончания университета посвятил все свое время ювелирному делу. Много меня научил мастер Курман Базелинов. Он показал, как работать с камнем, обучил металлообработке. У него я научился делать такие кольца и инкрустировать их камнями. В настоящее время Рустем Шарипов преподает прикладное искусство в Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова. В списке талантливых учеников мастера – сын Асылхан. Я люблю искусство. Каждый день прихожу к отцу, наблюдаю за ним. Мне это очень нравится. Думаю, что в будущем продолжу его путь. Издревле казахи занимались прикладным рукоделием. Думаю, важно сохранять дело, чтобы новое поколение помнило свою историю. Любимое занятие мастера – работа с железом и деревом. Расходный материал Рустем Хасенулла закупает по специальному заказу в городах Нур-Султан и Алматы. По словам мастера, главная ценность этих изделий в том, что они передают дух истории. В будущем мастер планирует организовать выставку своих работ. Зарина Дюсикеева, Табысбек Усен, Павел Соловьев, Абайтульген, Кокшиакпарат.